В Министерстве просвещения разработали проект по созданию приемных профессиональных семей в республике. Запустят его в 2025 году. Новая форма устройства предоставит возможность передать детей-сирот и оставшихся без попечения родителей сразу в приемную семью, не попадая в детский дом. Проект необходим для того, чтобы дети быстрее обрели приемных родителей и адаптировались в домашних условиях. Все вопросы детально рассмотрели в общественном фонде «Анна-УИ». Профессиональная приемная семья – это когда ребенок будет помещаться в нее на какое-то время. Будут у нас краткосрочные профессиональные приемные семьи, то есть ребенок помещается на 72 часа в эту семью, и в течение 72 часов все службы и органы власти будут находить ребенку кровных родственников. Если ребенок за эти 72 часа службы не найдут кровных родителей, да, или кровных родственников, то ребенок помещается в другую у нас семью, в которой будет находиться 3 месяца. Это будет краткосрочная приемная семья. За эти 3 месяца уже будут подготавливаться документы. Ребенок помещается в профессиональную приемную семью, в которой он будет находиться от 6 месяцев и далее, до совершеннолетия.